Так, ребята, всем привет! Значит, с вами кто? С вами Кроврума, и вы... Значит, вы спросите меня, почему у меня одета масочка? Значит, на это есть две причины. Первая причина — это то, что коронавирус, да, как бы передается через телефон, если вы не знали. Да, если не знали, ставим лайк. Ну, и так просто ставим лайк. И во-вторых, то, что новое видео Моргенштерна. Как можно подойти без масочки? Еще заражусь чем-нибудь. Еще вот. Ну, красиво на самом деле вот эта вот заставочка. И это забыл, как она называется, ну, не суть. Красиво. Ну еще, ну его нафиг, там еще чем-то заражусь. Значит, все, запись идет. Запись идет. Видео идет 14 минут. Ну что ж, ребята, не будем томить. Поехали. Кошмары музыкантов. Моргенштерн 18+. Ай, в уши сразу отдала. МТС. Зебра Хера. Шишкино. Все события и персонажи — художественный вымысел. 18+, ребят, если вам нет 18, то продолжаем смотреть. Я смотрю. Так, кто-то ведет какие-то бумажки важные, наверное. Может, не очень важные, но все. Так, вот так микрофончик сейчас немножко сделаю. Идеально. А, бабёка какая-то везет. Так, ну вот, значит, она довезла уже. Ну нет, серьезно? Опять? Чтобы не скучался? Не опять, а снова. А чего две категории? Творческая личность. Музыкант опять. Твоя любимая. Ага, обожаю просто. О, кстати, видите этот красный телефончик, да? Значит, фильм называется «Хижина в лесу», первая часть. Смотрим. «Хижина в лесу», первая часть. Первую часть смотрим, вторая говно. Первую Из смотрим. 98-го. У меня сейчас процесс стартовал, нужно оформление. Номер дела АТ-1702347. Да, все верно. Время растянуто. Заранее лучше. Спасибо. И это, ребят, давайте сегодня попроще, хорошо? Значит, ребят, ссылочка на мой ВК, ссылочка на группу будет в описании. Донатик будет тоже в описании, если хотите меня поддержать. Ну или не хотите, все равно поддерживайте. Так, кто это у нас? Это у нас Моргенштерн, да, и оригинал тоже будет в описании. Как бы залетаем, смотрим, показываем маме. Мама дает вам леща, чтобы вы такого больше не смотрели. Типа там обкурился, да, пропил, заснул, очутился здесь. Азиз? Азиз! Часы украли, окей. Азиз! Симпатичные туфельки. Меня Альшерка звать. Ну вообще пофиг. Номер дела АТ-1702347. Оповещаю вас, что я представлен к вам в качестве палача-истязателя. Палач? Истязатель? Жестко. Охуенно. Продолжай. Вы в курсе, почему вы здесь? Нет, наверное, скажет. Да, лучше не рассказывай. Ну, что если требовалось доказать. В вашем деле указано, что вы решили поднять себе уровень влияния и известности посредством смерти от передозировки. Все верно? Я понял, к чему. Типа рок-звезда, смерть на пике карьеры. Мамка торгует демками, продажи растут, лейблы в ахуе. Классика. Ну, считай так. Значит, вы признаете, что пошли сегодня на это осознанно? На что, на передоз? Дядь, я в этом деле не первый год, и вопросик носовой у меня на контроле. Так что не переживай. Тем более еще концерт впереди. Хорошо, сделаем вид, что вы оповещены о причине смерти. Да погоди, погоди. Во-первых, я люблю жизнь. Обожаю. Во-вторых, если бы я решил себя ебнуть, я бы это красиво сделал. Ну там, не знаю, блевотой подавился, например. Ну короче, я понял. Ты мне сейчас будешь за грешки, да, предъявлять?
Доношу до вашего сведения, что вы попали к нам в первую очередь из-за самостоятельного выхода из жизни. Помимо прочего, список ваших деяний – это совращение малолетних, популяризация ядовитых веществ и полный перечень смертных грехов. Да, ребят, донатьте мне. Также доношу до вашего сведения, что символ зверя на вашем лице увеличивает уровень ваших истязаний с 5 до 7 уровня. Я думал, дядя Дьявол наоборот это оценит. Так вот, ребят, донатим, значит, мне, пока никто там не говорит. Я хочу сюда снять свой клип. Ну, за Моргенштерн он меня вдохновил. Поэтому вот так, чё. В конце... Ну, если наберем 15 тысяч в конце мая... Ну, рублей, точнее, да, 15 тысяч, то в конце мая ждите... клип. Ты его только это и волнует. То есть ему вообще пофиг, где он находится. Ему главное, то, что часы украли. Можно, пожалуйста, попросить вас чуть-чуть поторопиться, да, вот эти вот свои адские дела ускорить? У меня концерт, там все-таки люди ждут. Как бы давай там суд, не суд, что у вас, как принято? Если ваше дело открыто у нас, это уже вердикт. Складно пиздишь. Да, складно. Мне кажется, сейчас он... Тут будут петь, да, и там все такие, типа, о-о-о-о-о-о-о, да-да-да-да-да. И опять хит. Алло, я по хит. Делу АТ-17-02-347. Ребят, вы издеваетесь надо мной, что ли? А кто это нам звонит? Я же просил проще, это что за процедура такая? Ну да, я везучий. Кошмар дрона. А можно другой? Грешнику это как относится? Дайте, ребята, 20 лайков и вот эту вот... Дрона кошмар. Mm-hmm. Кошмар его построят. Посмотрим. Так, все упало у меня. Понял. На какой странице инструктаж? У меня все упало. Так, давайте немножко вот так еще сделаем. Спасибо. Так, тупой. Все, со мной даже вода проблема. Все, идеально. 20 лайков, смотрим кошмар дрона. Кабель? Что, его сейчас будут током бить? Это да? Кальян? Нет, микрофон. Микрофон это, как у меня примерно стоит. Нет, другой. Такой, знаете, как раньше рокеры играли на нем. Просто я много фильмов смотрю, там новые, старые. Не тем концом. Ну, там, короче, знаете, эти рокеры такие, на этом микрофоне. Так его сейчас, знаете, держат. Так, ну ладно. Посмотрим, что сейчас будет дальше. Моргенштерн умничает. Ну да, мне кажется, сейчас он споет песню, и все такие, типа, о, вот тот. Но он не будет хотеть петь, именно поэтому его этот будет, короче, бить, чтоб тот пел. Ну, плюс-минус что-то такое будет. Так, там что-то вот какие-то по инструкции вводит. Скажите что-нибудь. Раз, два, три. Пошел нахуй. Ничего другого, я думаю, я бы тоже бы не сказал. Знаете, все такое черное, у меня задний фон такой, знаете, бежевый. Черный ролл-ройс. Джекпот. Со мной мама, бич. Я молодой тупак. Пошел ты нахуй, демон. Демон. Пошел. Что там, готова студийка наша, нет? Оригинал по нему в описании. Я готов. Ссылка на моего кого в описании. Группа в описании. Донат в описании. Все в описании, короче, ищите. Вот это вот тебе зачем? Нам сейчас будет его бить, что тот пел. Только ради бога. Будь лишь.
мастер Чон. Я, по-вашему, ну, типа, вообще ничего хорошего за жизнь не сделал. Что для вас хорошо, для нас не. Мне кажется, он не понимает то, что он в ад попал. Это ж ведь ад, да? Да и вообще, мне все равно, если честно. Ну. Бля, хорош. Верю. Полное погружение в этот ваш блядско-адский аттракцион. Ебаш? Ебаш? Да ну. Ой. О. Ну и вон нахрен, давайте, ребят, все. Всем пока-пока. Ладно, шучу, давайте досмотрим. Звук. О, это ж. Это смотри, жесть очень больно. Че, в глаз или в кожу? На кожу точнее. Жесть. Да ну, ужас. Ребята, у меня такая теория появилась. Сейчас я вам скажу. Готово. Вопрос, это трек или бат или бит? Трек, бит, что-то такое. Послушать его где-нибудь можно вообще где-нибудь? Вот тебе и хит. Жесть. Жесть. Мне кажется, он не понимал до конца то, что он в таком месте находится. Как-то, не знаете, кровь какая-то несмываемая. Верно. О, жесть, ребята. Как работа? Я позже расскажу, кого он бил. Сегодня хорошо. Плюс-минус знаю. Даже молитвы читали. А у тебя? Музыкант какой-то. Хотя, я не уверен. И как он тебе? Да все они одинаковые. Да это ад. Ад. Трэш, ужас и пипец. Знаешь, у меня всего лишь один вопрос. Моргенштерн останется там, ну, в этой комнатке, или он попадет в этот мир? Так, значит, теперь моя теория. Значит, в хижине в лесу, там пытались призвать этих всяких демонов, да? Вот этот крылатый демон, которого мы сейчас видели, кстати, да, он тоже был в хижине в лесу, как монстр, которого вызывали с помощью предмета. Значит, возможно, этот фильм связан с этим, потому что там вот эти вот, значит, главное, они боялись чего? Они боялись звонка по этому телефону. Этот телефон, он, видно, звонил с ада, чтобы ускорить какой-то там процесс. Именно поэтому я думаю то, что тут продолжение. Как бы мне фильм очень понравился. «Хижина в лесу» — первая часть. Вторая часть
вообще какой-то бред, вообще несовместимый ни с первой, ну, первой, которая была в франшизе, вторая вообще какая-то полная дичь. Значит, ребята, так, ссылочка находится в описании, оригинал, донат, мой ВК, моя группа ВК, все в описании. Донатьте мне денежку, 15к соберем, в конце мая выпущу собственный клип. Значит, все, ребята, мне удачи, а вам пока, завтра будет стрим. Да, и сегодня еще будет одна реакция на клип Лег. Ладно, ребят, давайте. Мужайтесь. Пока.